возвращаюсь к семье Стартер. Прежде чем ее реанимировать, что я делаю? Нужно сразу тут приготовить для трех рамочек у нас место. Дойти до рамочки с расплодом. Ну, чтобы мне как бы отводок сразу подставлять от матки, от той, которую я делал отводок, сразу ставить рамочки с расплодом. Чтобы было у меня как бы расплод к расплоду, а вот эти вот последние две, наверное, рамочки, или одна у меня тут. Да, последняя рамочка, это у меня кормовая, чтобы она в стороне была. И там еще, если будет у меня кормовая рамочка, чтобы она тоже была на краю. Чтобы как бы у меня получилось обратно, что вот расплодная часть, она была в середине. Тут с краю ничего делать не буду, там, естественно, идет у меня тоже медоперговая рамочка. Ну, там расплод. Ну, вот я вам покажу сейчас. Вот я дошел до расплодной вот такой рамочки. Здесь расплод уже начинает выходить. И вот к этой рамочке сейчас я составлю обратно наш отводок. И еще сказал бы, друзья, о том, что объединение сейчас будет у меня происходить без всяких газет, без опрыскивания пчел различными пахучими веществами. Почему, друзья? Из практики я проверил. Эта матка, которая была взята здесь из этого стартера, она ихняя, родная. Ну, прошло 10 дней, но все равно, я не знаю, пчелы принимают свою матку, своих пчел принимает обратно без всякой драки. Но сейчас я вам покажу наш отводочек и потом переносить буду сюда рамочки. Ну, тут вот у меня буквально рядышком. Никакой тут я переносной ящик брать не буду. Вот у меня улей стоит. Тут отводок. Все тут рядом, под рукой. Отводочек маленький. На трех рамочках как бы я его делал. Ну, тут как бы место в достатке. Летная пчела еще ушла. Ну вот ващинку давал. Плохо отстроенная была. Ее вообще не тронули. Ну, всего-то вот две рамочки. Для этого и делался небольшой отводочек, чтобы сохранить матку и не навредить нашему стартеру, чтобы там тоже пчелы было много, потому что это весна ранняя. Так, вот эта рамочка должна быть расплодная. Сейчас мы посмотрим. Да, вот такой участок. Печатный разновозрастной расплод. Здесь то же самое. Но матка осталась вот на второй рамочке. Вот она с красной меткой. Ну, матка-то, в принципе, старенькая уже. Ну, ее я буду менять в этом году. Ну, вот так вот. Я две рамочки взял и пошел. Вот берем рамочку одну, ставим расплодную. Ну и вот, убедились, что матка у нас на месте. С номерком еще она у меня. И это мы возвращаем. Сдвигаем кроющую полномерную рамку. Пододвигая заставную доску. Ну а рамочку с ващиной я возвращаю за заставную доску. По мере роста эта рамочка будет у меня потом вставиться в гнездо. Ну, в принципе, друзья, все. Ничего тут сложного нет. Завтра, друзья, я вам покажу, или послезавтра, что действительно матка принята, матка работает в стартере. Всем привет! Сегодня 22 мая 2020 года. Итак, друзья, давайте посмотрим наш стартер. Приняли, не приняли у нас матку. Стартер находится здесь рядышком. Смотрим. Mm-hmm.
Ну вот, друзья, наконец я нашел матку. Матка, друзья, на месте. Что и требовалось доказать. Родная матка после 10 дней. Итак, я вам показал, как приняли мою матку обратно в стартер. Этот метод, друзья, работает. Возвращение своей матки в родную семью. Хотя прошло 10 дней, как я ее убирал с тремя рамочками, делал небольшой отводочек. Тем не менее, стартер сработал на 5 с плюсом, отработал свое, и плюс я обратно вернул им свою матку. Матка у них принята, матка работает, семья через какое-то время опять будет набирать силы. У них матка неплохая. Ну вот так, друзья, если кому было полезно мое видео, не забываем ставить лайк. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик. Жмите его, и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Не забываем подписаться на мой второй канал, который его недавно мне вернули.